Мы смотрим на бельгийского арбитра Де Блекере. Вспоминаем, что он обслуживал матч на чемпионате Европы Россия-Швеция, когда мы выиграли 2-0, и полуфинал Испания-Россия, когда мы проиграли 0-3. И видим, что он не видит в этой ситуации нарушения со стороны вратаря. Сложно сказать. Давайте смотреть. Вот хороший очень повтор. Но он въехал, он помешал. Умышленно, неумышленно он помешал Аршавину.